Привет-привет, с вами Китти Кейт, и сегодня мы поиграем в котика Тома и его друзей. Ой, а что это у вас тут такое? Джинджер, что за сопли? Ничего, просто я немножко простудился. Ага, простудился. Это он вообще-то снег ел на улице. Я проголодался и пою в снег. Ничего я не ел, что началось-то? Ел, я все видела. А ты-то, Анжела, что заболела? Я? Да, просто случайно. Она тоже ела вообще-то. В смысле? Вы что там все снег едите? Вы что, не знаете, что его есть нельзя? Бошечки, макарошечки. И Том, ты-то что заболел? Я-то ничего, я просто, по-моему, от них заразился. Грязным снегом вообще-то не заражаются. То, видимо, заражаются. Ладно, у тебя и кота вообще-то ничем ты не заразился. Давайте, идите все сюда, выберем, кого из вас можно тут подлечить. Ну что, ребятуси, говорите, кого лечить первым? Мне кажется, что меня. Не, Хэнк, что-то ты, мне кажется, притворяешься. Я не притворяюсь, мне реально больно. А что у тебя-то случилось? Судя по твоим соплям, у тебя тоже грязный снег. Ну и чего? Он вообще-то был вкусный. Фу-фу-фу, пошли-ка лечить давай. Придется уколом лечить. Всю инфекцию из этих грязных сугробов убирать. Я вообще-то снеговик. Снеговики едят снег. У тебя вообще-то костюм. Хэнк, ты что, костюм от настоящего снеговика отличить не можешь? Чего ругаешься? Вообще-то я думал, что я реально настоящий снеговик. Ладно, беги давай, играй, настоящий снеговик. Следующий пациент, давай, малышок. А ты что? Я больше не буду. Конечно не будешь, придется укольчик поставить. Я вообще-то боюсь уколов. А вы, ребята, боитесь уколов, как Джинджер? Я вот не очень люблю, но и не боюсь. Так себе, так скажем. А Джинджер, кажется, побаивается. Ну и что, я ведь еще маленький. Ну маленький, это не значит, что надо бояться. Да? А я думал, значит. Ну ладно, тогда не буду бояться. Ну ты смешной. Кто тут у нас? Давайте теперь девчонки. Заходите. Я хотела в магазинчик съездить. Думала, что у меня икота пройдет, когда я съезжу. Ну у тебя, конечно, икота пройдет, когда ты съездишь. Но сначала надо ее как-нибудь здесь вылечить. Ну у тебя и варварские методы. Я, наверное, больше к тебе не пойду. Чего не пойдешь-то? Вообще-то это стандартные методы. Ага, не ходите, ребята, к ней, она там колотушка меня по голове трыщ, и всю дурь из меня выбила. Не слушайте ее, пойдемте полечиться. Анжела, а у тебя что? Что-что, икота. Ну, придется тоже колотушкой. Эх, Бекка же предупреждала не ходить к ней в больницу. Она тут колотушкой все лечит. Ладно, можно я пойду уже? Конечно, можно, ты там еще делишки можешь поделать. О, отлично, как раз это и собиралась делать. Ну, давай вот здесь вот и прибирайся тогда, раз собиралась. Фу, слава богу, не колотушка по голове, лучше поприбираюсь. Что? Ребята, мне послышалось, или Анжела там что-то шепчет? Ничего я не шепчу, просто прибираюсь вообще-то. Да, просто прибираешься. Что-то мне подсказывает, что-то неладное. Так, как их лечить-то, если они теперь не лечатся? Ой, простите, ребята, кажется, что-то пошло не так. Кажется, вам Анжела мешает. Ничего я не мешаюсь. Я вообще-то прибираюсь. Ладно, прибирайся. Я не буду тебя тут отвлекать, а сама пойду посмотрю, чем там ребятушечки заняты. А, кто-то подарочки ищет. Ладно, подарочки это хорошо. А я пойду в магазинчик сгоняю. Очень интересно посмотреть. Там, может быть, какие новые коллекции появились. Давайте-ка заедем в вот этот игровой магазин. Игрушки всегда весело. Да, открывай давай скорей. Очень интересно посмотреть, что там. Ну, давайте откроем вот этот голубенький. Вау, наконец-то, наклейки! Наконец-то, да, они постоянно попадаются, и деньги постоянно. Может, там игрушка какая попадется? Игрушка? Семена вам, а не игрушка. Что началось-то? О, еще наклейки, ура! Давайте еще что-нибудь, вон розовую давайте откроем. Это что за глаз? Это вообще-то из игры. А, точно, я совсем забыла. Я, если честно, не очень люблю мини-игры. А вы, ребята, любите мини-игры в этих... в Томике или в Анжеле? Я вот очень не очень люблю. Времени занимают много, удовольствия минимум. Давайте откроем что-нибудь еще красненькое. Сыр! Сыр и целая куча карточек. Да я сегодня заживу! Давайте! Еще у меня, по-моему, одна попытка была. Я предлагаю вот в этот конструкторское бюро съездить. И открыть что-нибудь интересное. Давай, открывай уже.
Да открываю, открываю. Вот, я хочу красное открыть, и рядом голубое. О, перчик, поедим. Да поедите, поедите. Главное, чтобы вам плохо не стало. А то знаю я вас. Перчик, как... О, золотая! Золотая чаша! Открываем скорее! Золотая чаша, давайте, давайте, давайте! Дубликаты. Ну, как всегда. Моя везучесть... Ну, вы знаете, я уже говорила и не раз, конечно, но повторюсь, моя везучесть – это моя невезучесть. Постоянно попадаются повторки. Постоянно, просто постоянно, припостоянно. Очень жалко. Я вообще-то хочу, чтобы у меня хоть одна новая карточка. О, а у меня есть такой костюм. А зачем мне эта карточка? Ладно, давайте посмотрим, что там у нас в альбомчиках. Потому что, походу, мы собираем то, что у нас уже есть. А зачем нам собирать то, что у нас есть, если у нас это есть? Это странно. Ладно, давай, садись, наша медицина. А здесь у нас что? Здесь у нас открыто все. Кстати, мы можем открыть за 4000. Да не. Это нечестно, за 4000 открывать картинки. А здесь? И здесь за 4000. Да вы издеваетесь. Красивенько, конечно, но 4000. Ну, что все за 4000-то? Это что за альбом такой, что все за нем за 4000? Не-не-не. И здесь за 4000? Не, я так не играю. Нет уж, извольте. Ну это же нечестно. Все честно. Да ничего не честно. Вообще-то я думала, что мы хоть нормально поиграем. Давайте, идите лечитесь уже. Анжела, а ты иди вымыться. Так я там прибиралась и, кажется, вляпалась в эту грязь. Хм, ну вот вляпалась, иди теперь мойся. А я хоть Томика вылечу. Так, Том, у тебя-то что? У меня и, кажется, и кота. И кота? Ты знаешь, чем мы и кота лечим? Эй, только пожалуйста, ну не колотушка. Девчонки рассказывали. В смысле? Они еще и рассказать что-то успели? Ну немножко, совсем чуть-чуть. Ладно, давай тебе другие методы. Я бы выбрала колотушку, а ты бы что выбрал для лечения коты? Воду или колотушку? Мне кажется, колотушка более безопасный способ. Ну я тоже согласен. Я воду не очень люблю, а колотушка детская. Вот и я говорила, что она детская. Детская не такая уж и страшна. О, а можно я тут поприбираюсь немножко? Конечно, можно. А ты давай приходи полечиться, у тебя что? У меня тоже икота. То я боюсь и воду, и колотушку. Давай попробуем пылесос. Не, пылесосом это точно не вылечить. Ну, укольчик тогда. И уколом не вылечить, к сожалению. Я бы лучше укол вместо колотушки выбрал. Но придется колотушку, уж извиняй. Эх, была не была. Эй, кажется, все прошло. Спасибо, осики-барбосики. Пожалуйста, осики. Давай, выходи, делай свои делишки там. Ой, а вы что такие все грязные? Да мы что-то тут пока с тобой в магазин ездили. Там что-то какая-то грязюка была. У нас, кажется, машина и грязи накрыла. Машины и грязи? Вы чего? Вы где ехали? Вы вообще-то внутри автобуса были. А, точно. Тогда не знаю, почему мы грязные. Ну, а может я посплю немножечко? У тебя что, после горячей ванны сонное настроение? Еще какое сонное и боязливое. А то я боюсь, что я вдруг случайно опять заикаю, а ты меня опять колотушкой побьешь. Ну я вообще-то не била, а лечила. Если у вас такие методы, что я сделаю? Это у тебя такие методы. Фу, хорошо спать мне положила. Хорошо поспать. Ладно, сладких снов тебе. Анжела, я пойду посмотрю, где этот грязный пес. Кошмар какой-то грязный. Ух ты, джакузи на одного. Отлично. Это то, о чем я мечтал. Ты, главное, больше снег не ешь. Да какой снег, когда я в теплом джакузи? Конечно, никакого снега, но сосульку я бы съел. Ага, от сосульки еще больше разболеешься. А что, и сосульку нельзя? Ну вот, я-то... Ты мне всю жизнь сломала. Как я теперь с этим жить буду? Как жить будешь? Как раньше жить? Не есть просто всякие глупости. Ну ладно, тогда покупаюсь. Давай купайся. Я посмотрю, что там у нас, наверное, малыши уже... Что такое? Это мы и мы. У вас что за сонное царство? Да, сонное. Что-то спать захотелось. Вы сегодня даже не кушали, а уже спать пришли. Ладно, спать так спать. Ложитесь давайте. Ох, спасибо, хорошо, выгляжу неплохо. Да, пожалуйста, пожалуйста. Так, а где у нас еще один товарищ? А ты что, стоишь здесь завис?
А я что-то прибирался и, кажется, немножко завис. Можно я тоже спать пойду? Конечно, можно. Ой, еще один спать. Вы что, Соня за Соней, что ли? Ладно, идите спать. Я только с вами поиграть хотела. Ну ладно, приходи, еще потом с нами поиграешь. Кстати, ребята, может, пишут, что у них происходит с котиками и с друзьями. Да, ребят, пишите в комментариях, что у вас делают котики и их друзья. А на сегодня все. Всем пока-пока. Сладких снов нашим котикам-песикам. И пока-покасики. Не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые крутые видосики. И лайки ставьте. И обязательно колокольчик, чтобы уведомление приходило, конечно же. Пока-пока.